Добрый вечер, дорогие участники фестиваля, победители. Вы все победители, потому что, ну, во-первых, вы попали на такое замечательное мероприятие. Вот мы второй год здесь, вот два года проводится этот фестиваль, этот конкурс, и два года мы с вами вместе здесь. И нам безумно нравится все это действие, вот эта вся энергетика, которая наполнена здесь каждый квадратный метр. Может быть, я вот сейчас уеду домой и вдруг буду заниматься не скучной алмазотобучей, а, не знаю, творчеством каким-то, потому что не заразиться этим творчеством в этом зале просто невозможно. Все будет для вас. И, вы знаете, у нас в компании работает 32 тысячи человек. 32 тысячи человек в 9 регионах России. Мы работаем в других странах. Но из 32 тысяч 27 тысяч работает у нас на родной земле, в Якутии. А вот почему мы родная компания для Якутии. И здесь, смотрите, из этих 27 тысяч человек 87% это люди с якутской пропиской, с нашей, с республиканской пропиской. Это люди, которые живут здесь, работают тоже здесь. И вот все вот эти вот люди, для чего я все рассказываю, вот эти все люди каждый день 24 часа в сутки работают, добывают алмазы. Алмазы, которые на моих глазах, на наших глазах превращаются в живые алмазы. Лучшее олицетворение этих живых алмазов вы, конечно, все, каждый из вас, потому что это просто замечательно видеть, как из минералов, как эти минералы каким-то образом бац, и реализуются в вашу энергетику. Вот в такие фильмы, в нашу поддержку. Вот почему мы поддерживаем эти фильмы, потому что самое высшее счастье – это видеть то, как творчество наших детей побеждает. И что я хочу сказать? Пожелать всем вам больших успехов, чтобы каждый из вас сделал правильный выбор, потому что время выбора, вот оно уже пришло, сейчас оно перед вами. И пусть вот то, как вы побеждаете здесь и сегодня, участвуйте во всем этом, поможет вам сделать правильный выбор. Ну и позвольте мне от имени компании, нашей родной якутской компании, значит, ну что сделать? Объявить сначала, да? Я должен. Так, диплом. Итак, диплом в номинации приз зрительских симпатий фестиваля короткого кадра в рамках образовательной программы «Киномания-23» награждается команда номер 75. Любовь Александрович! Присуждается команде Сенте. Аплодисменты. Ура, компания, ура! Фонду будущих поколений, ура, компания Роза!